Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал Америкос. Это парень, который живет в Америке и играет в GTA RMP на сервере Machine Holy Play, первый сервер. Он делает стримы на данном сервере каждый день практически, поэтому, пацаны, всем советую на него подписаться. На каждом стриме он делает розыгрыши на деньги, на машины. Поэтому, пацаны, есть шанс реально подняться. Поэтому переходите на его канал, просто подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Залетайте к нему на стрим, пишите, что от меня, и ставьте лайки. Пацаны, ссылочка на его канал будет в описании, поэтому переходите, подписывайтесь, всем советую. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня с новым видео. Это видео будет очень интересно, потому что в этом видео я вам покажу, как мне подарили яхту за 15 миллионов. Просто, пацаны, получил яхту бесплатно, которая стоит 15 миллионов рублей. Я считаю это очень круто, поэтому всем советую посмотреть это видео от начала до конца. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере магазина Holy Play. Также не забывайте, что в моей группе проходит конкурс на Mercedes, получается. Итоги конкурса будут уже завтра, поэтому всем советую перейти по ссылке, ссылка есть в описании. Поэтому, пацаны, переходите по ссылке и участвуйте в конкурсе. Ну что ж, пацаны, давайте я вам сначала расскажу предысторию вообще, как это произошло. Я стримил, получается, неделю назад, и на стриме я в шутку сказал, типа, кто может подарить мне яхту, напишите плюс в чат. Там несколько людей написало, и написал, получается, игрок Алексей Корлеоне. Но у него в ютубе другой ник, но, в принципе, я думаю, так это все понятно. Написал он в чате, типа, вот я могу подарить тебе яхту, у меня 200 миллионов, мне, типа, все равно. Я такой сначала не поверил, думаю, ну, давай, поеду, проверю, типа. Он говорит, едь нотариус Южного. Я такой, окей. Взял, поехал к нему туда, получается, я просто до последнего не верил, что он мне подарит яхту. Получается, мы забежали там и обменялись. Реально просто не верил. Вот просто брал и не верил. Потому что многие так пишут иногда, типа, вот я тебе там подарю то-то, то-то. Я ухожу с магазина, подарю тебе там, не знаю, СТО, АЗС там и так далее. Ну, типа такого, знаете, просто, ну, балабол обычный. А тут я тоже, ну, не верил, приехал, и в итоге он мне подарил яхту, пацаны. Я просто реально был в шоке. Я просто был в шоке, и реально ему большое спасибо. Теперь я предлагаю вам посмотреть мою реакцию. Я вырезал свою реакцию со стрима. Конечно, звук и качество видео там не очень, но, надеюсь, вы сильно ругаться не будете. Поэтому предлагаю вам сначала посмотреть реакцию мою, ну, а потом уже, получается, посмотрим саму яхту. Я вам проведу такой некий обзор и выскажу свое мнение вообще по этой яхте и зачем вообще она мне нужна. Так, серьезно, он хочет подарить мне яхту? Бля, я сейчас охренеюсь, это реально. Просто я привык, много кто так пишет, типа, знаете, и потом в итоге ничего не дарит. Так, предлагать ему обмен, да? А, стоп, я тачку не выбрал. Сейчас, секунду. Я тачку не выбрал. Сейчас. Сек. Так, кар. Так, Мерседес, вот этот. Если захочешь, то он вам его разыграет. Либо подарит кому-то. Корлеоне топ. Так, 353, да? Обмен транспортом 353. 0. Ебать, он на туре, смотрите. Свой транспорт, Мерседес, на яхта Альтериан. Ёбаный насос. Ебать. Он в натуре мне яхту подарил. Я просто в ахуе. Яхту за 15 миллионов просто. Ебать. Прикиньте. Я просто в ахуе. Пиздец, яхту за 15 миллионов. Давайте, пацаны, на причал в натуре. Ебать. Яхту за 15 миллионов. Алексей Корлеоне, просто реально, большое тебе спасибо, просто. Реально от души. Бля, я думал, он пошутил, реально. Я просто уже привык, знаете, типа, там напишут, типа, вот я тебе хочу подарить там деньги, я ухожу с сервака. Либо вот я тебе там подарю машину на блатах там и так далее. Я привык, что, типа, ну, как бы... Люди просто пиздоболы. Я привык к этому, понимаете? Ну. А тут реально он подарил мне яхту. Яхту за 15 миллионов, которую я очень хотел. Пиздец.
Мне, короче, подарили пацаны яхту. Просто подарили яхту. Я просто... Бля, у меня же голова заболела, пацаны. Ебать, яхту просто. Яхту, блядь. Так, я уже пароль не могу написать нормально. Пиздец, яхту за 15 миллионов подарить. Я ебу. Ну что ж, пацаны, вот вы посмотрели мою реакцию. Надеюсь, вам это все понравилось и более-менее звук и качество было нормальное. Я вырезал как мог просто. Я бы мог полностью скачать стрим, пацаны, но он шел 3 часа, он бы качался очень долго, поэтому с помощью бандикама я просто вырезал, получается, мою реакцию со стрима и показал ее вам. Так, давайте сейчас заспавню яхту. Вон чувак тоже катается на яхте. Вот, короче, пацаны, моя яхта, получается, которую мне подарили. Госцена, кстати, у нее 499 рублей. Я не знаю, возможно, в будущем вот цены пофиксят, но сейчас она именно столько стоит. Так, нажимаем выбрать. На авто не хватает, добавь, пожалуйста. У меня только 35 тысяч есть, давайте ему тогда дадим, я не знаю, 30 тысяч дадим хотя бы. Это все мои бабки на самом деле, кто не верит. Вот, я даже могу ММ подписать статистику. Вот, у меня в банке 9 тысяч, на руках 5 тысяч, короче. У меня бабок больше нету. Потому что я вчера купил покраску номеров на Mercedes, и поэтому бабок у меня вообще нету. Итак, давайте посмотрим, короче, яхту. Она открывается с помощью, получается, лок. Но ее нужно открывать только снизу. Пацаны, вот сверху, допустим, давайте я вот сейчас поднимусь. Сверху я ее не могу открыть. Вот, я пишу лок и пишет меню транспорта. Если что, ее нужно снизу открывать. Это такой бах, можно сказать. Поэтому вот снизу вы как бы ее открыли, закрыли и все. Вы можете также сесть за руль просто и тоже ее открыть, закрыть. Вот, давайте я сажусь за руль. И вот я могу ее закрыть, открыть просто. Но внешне она очень красивая, реально просто очень красивая яхта. Именно внешне. Да, она немножко баханная, она проходит надо сквозь текстуры в некоторых местах. Ну, я думаю, это простительно. Здесь получается у нас управление. Вот у нас здесь бараночка такая. В принципе, пультик такой, кнопочки там и так далее. Здесь у нас находится барная стойка, но почему-то здесь алкоголя даже нету. Могли бы алкоголь добавить. Здесь такой вот столик есть, диванчики, в принципе. Вот здесь есть диванчик. Ну, видите, это все такое, знаете, прозрачное. Было бы прикольно, если бы можно было бы сюда сесть там и так далее. Типа, если бы оно было не прозрачно. Так оно прозрачно и немножко такое себе, знаете, это портит эту яхту. Вот здесь диванчик. Тоже столики, видите, прозрачные. Вот это минус, кстати, вот это непрозрачная. Яхта медленно едет 40 километров. Но, пацаны, я вам советую, берите лучше яхту, чем катер. Катер вообще конченый, очень конченый. Он баханный просто, он то едет, то не едет. Он реально очень плохой, катер, пацаны, берите. Не советую, вот яхта с ней. Как бы у нее тоже есть бахи, но они такие, знаете. Ну, они не мешают передвижению. Они не мешают передвижению, поэтому яхта очень классная, реально. Внешне она тоже очень красивая, поэтому, пацаны, я вам советую лучше яхту покупать. Открываем нумпад, нажимаем, короче, багажник. На этой лодке, получается, можете ловить рыбу и слаживать ее в багажник. Я не помню, в порт можно ее продавать сразу, либо ее нужно доставать. По-моему, в порт ее тоже можно продавать, поэтому это реально очень круто. Рыбы сюда влазит, пацаны, 10 тысяч. 10 тысяч килограмм рыбы просто влазит. Это реально очень много. Ну, можете реально просто ловить на этой лодке рыбу и все. И просто зарабатывать бабосики, пацаны. Oh,
Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо Алексею Корлеону за то, что подарил мне эту яхту. Я реально ему очень благодарен. Не нужно там писать в комментариях, вот она не стоит 15 миллионов, как вы писали с Бугатти, потому что, пацаны, вы смотрите, когда я снимал видос. Видос про Бугатти я снимал на тот момент, когда она еще столько стоила. А видео я выложил аж через неделю, понимаете? Поэтому, прежде чем кукарекать в комментариях, посмотрите на дату, когда я снимал это видео. Эту яхту подарили мне 21 июля, получается. А снимаю это видео я 29 июля, поэтому не нужно кукарекать, что вот, она столько не стоит. Понятное дело, через неделю уже она стоит дешевле. Но тот факт, что мне ее подарили, когда она стоила 15 миллионов. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.